Всем привет, ребята! Сегодня начинается наше путешествие в Одессу. У нас сегодня люкс. Да, люкс. Почему взяли люкс? Потому что это единственный вагон, который был с кондиционером. Просто у нас жара нереальная, и ехать в обычном вагоне, я думаю, что... Сегодня 32 градуса. Да, наверное, очень сложно. Короче, прикольно, классно. Водичка есть, постель красивая. Тут окно прям по всем... Вот тут открывается, да. Дальше там открывается, сейчас я вам покажу. Так, ну хорошо, ладно, мы будем закругляться. Ребята, нам принесли чай, вот такой вот у нас чайный пакетик, сейчас мы его вот так вот вставим, вот так, и он будет завариваться. Да, пить чай в поезде, в этом есть своя романтика, плюс такие прикольные подстаканники. Сахар. Вот это как жвачки, только это сахар. Будем чай. Ярочка подговорит, а как же пить чай без сахара? Здесь так воду нам принесли. А я не поняла, я думала, это жвачки. Будем скитлс еще кушать, ну булочки. Да. Вот, едем. Прикольно. Доброе утро, ребята. Мы с Ярочкой в Одессе. Всем приехали. Людей полно, квартиры, комнаты, все как раньше, все. Мы приехали в Аркадию с самого начала, решили сюда приехать, потому что мы хотим сходить в аквапарк. Да, и сейчас пойдем в аквапарк. Вот и оно, море, да, Лярочка? Мы приехали в аквапарк, но аквапарк не работает, отключение света, поэтому будем на пляже. А еще раз прыгаю и все, идем. Блин, я себя порву. Короче, красота. Побудем тут, а потом поедем в гостиницу. Водичка чистейшая. Прозрачно. Не знаю, кто там говорил, что здесь все грязно. Просто отлично. И вон наша Лярочка сейчас будет прыгать. Я попробую это. Пойдем домой. Давай. Ну, короче, плаваем. Гуляем. Давай ныряй. Ладно, лови прыгать. Я хочу с вами прыгать. А можно прыгнуть с камерой? Прыгни. Раз, два, три.
Галию и покажу вам машину Чайка. Какая классная. Ребята, вы не видели, кого мы купили? Привет. Смотрите, какой зайчик. Класс, да? У него вот так вот ножки сгинаются, разгинаются ручки. И еще съемная шапочка. Круто. Так, здесь такие скверики, фонтанчики. Но пока они не работают, наверное, будут еще работать вечером. Купались в море, идем гостиницу. Мы зашли перекусить в Макдональдс. Почему именно в Макдональдс? Потому что именно сюда мы, когда приезжали, шли кушать. Угу. Поэтому и в этот раз такой красивый вид у нас. Взяли картошку фри, бургер и соус к ней, и сок мне. Мы приехали в гостиницу. Наша... Да, у нас номер какой? 212. Заходим. И попадаем вот в такой вот номер. Так, сейчас буду делать вам брум-тур. Тут у нас кровать очень большая. Там телефон, чтобы можно было позвонить. Тут шкафчик у нас. Угу, зеркало. Тумбочка, зеркало, да. Телевизор. Телевизор, да. Это чтобы повесить на дверь, чтобы тебя не трогали, когда ты занят. Тут у нас столик. Водичка. Тут сидит мой зайчик. Так, ну тебе покажем. И холодильник. А, холодильник, кстати, у нас есть. Кондиционер сейчас... есть. Да, кондиционер. И идем в ванную. Заходим. Вот такая вот ванная. Тут у нас зеркальце. Есть принадлежности. Для купания. Отжил. Да, фен. И полотенце. Туалетная бумага вот в такой интересной штучке. Унитаз и душ. И душ. Так, гостиница называется отель Лермонтовский. Но сейчас он на вывеске называется отель Шайн. Ну, холодильник. Так, все, пока будем общаться. Номер хороший, положить. Да, хороший. Цена 1800 сутки. Сейчас, идите сюда. Какие лампочки. О, класс. Море от гостиницы близко. Вот сейчас мы спускаемся по ступенькам, но уже мы видим море. Да, вот оно. Это не небо, это море. Подниматься, наверное, будет тяжелее, но что такое дело. Пляж Отрада. Лярочка побежала. Здесь какие-то ручейки. Но самое главное, что море чистое. Оно реально чистое. Людей полно. Мам, зайди в окно. Сегодня мы застали волны, что тоже прикольно. Лярочка уже и забыла, как это кататься на волнах. Причистить обстановку. Радует. Есть волны маленькие, а бывают такие, очень даже приличные. Водопад. Тут классно. Нашли мы здесь развлечения. Такой батут, горка. Ну, конечно же, и небольшой мимо. Из-за того, что волны, очень сложно стоять.
удержаться. Что это такая движуха? По времени не знаю. Мы идем в дельфинарий. Надо купить билеты. Здесь очень красиво. Всем привет, ребята! У нас такая история. Мы выиграли билетик, нам его просто подарили. Купание с дельфинами, представляете? Сейчас Лярочка будет купаться с дельфинами. Круто! А это такая набережная возле дельфинария Немо. Очень красиво, так атмосферно. А это наша купальщица с дельфинами. Ну как тебе? Всем привет, ребята! Сегодня второй день, как мы в Одессе, мы сегодня пришли в аквапарк. Мы вчера приходили, но он не работал. А сегодня я вам покажу, как он выглядит. Аквапарк Гавайи. Это бассейн с волнами. И вот тут вот начинаются горки. Вот бассейн. Такой Лярочка покупается. Река с течением, вы можете сесть и катиться, вас течение само несет по этой реке. Так, вот такая горка есть, есть джакузи, бассейн джакузи. Вот детские горки, их тут три. А это детская зона. Тоже прикольно, горки не страшные, приедут. Вот наш Лярочка. Со мной вместе, давай. Застрял? Не, он просто сюда. Смотрите, как красиво. Круто. Вот такая горка нам очень понравилась. Она не такая страшная. Мам, ладно, дальше включения будут из других мест. Сейчас я с вами под водой поплаваю. Thank you.
таким красивым видом. А это Потёмкинская лестница. Впереди морской вокзал. Мы сейчас пойдем куда? В террарий. Да, в террарий. Приглашаю. Мы пришли на экскурсию змей. И вот нам дали подержать. Причем дали и ушли. Мама. Давай, давай. Змею. Она страшная. Я не знаю, я не боюсь. Кстати, они не такие противные, как казалось раньше. Очень даже прикольные. Так, ребята, вот еще одна красавица. Обалдеть. Она шипит, мама? Нет, она не шипит, она лазит. Чего она лазит? Вот это. Блин, какие неприкольные. Сегодня мы на пляже Отрады на нашем, который будет тоже на... Ну, это же прикольно. Называется Shine Hotel или Лермонтовский отель. Ой, Shine Hotel. Красивые деревья магнолии. Что-то капает. Чтобы дойти до пляжа, вам понадобится 5 минут времени и 172 ступеньки. Смотрите, какое здесь есть атмосферное место. Буфет, компот, называется компот. Банка. В Одессе почти каждое здание – это памятник архитектуры. И сейчас мы с вами подходим к оперному театру. И когда на экскурсию. Герои Одессы. Гостиница «Моцарт». Проектом 48 театров в Украине, проектом 2 в Одессе и Черновцах. На торжественное открытие театра в 1887 году прибыл один из архитекторов, упал на колени и воскликнул: «Это мое лучшее творение». В отличие от первого, имеет подковообразную форму, к нему примыкают три портика, центральный портик двухъярусный и по бокам одноярусный. И вот вы согласитесь, что они зрителям увеличивают объем театра. Здесь высаживали, даже выписывали саженцы деревьев из Уманского сада графа Потоцкого, дорогие. Они здесь чахли, капризничали, требовали более тщательного ухода, умирали. И тогда первый градоначальник нашего города, дюк де Ришелье, привез из Франции акацию. Посадили здесь акацию. И она прожила здесь без воды. Именно отсюда пошла слава Одессы, как цветущая акация города. Пассаж. Во многих городах мира есть похожие гостиницы, и все они называются «Пассаж». Смотрите, ой. Ой, так тоже красиво. В Милане сфотографировала. Как похоже. Смотрите. Принцип один и тот же. Ну, только здесь с ремонтом, конечно, и более такое масштабное. Видите? Само слово, что такое пассаж? Это значит, гостиница имеет внутренний двор, на первом этаже которого магазины, может, какая-то кафешка, парикмахерская, а уже второй, третий, пятый, десятый этаж – это гостиничные номера.
куда очень любил наведываться одессит. Вор, бандит, это летчик, Мишка Япончик. Он же мой Шабиницкий, он же Веня Крик. Мы сейчас с вами на улице, которая называется Ланжероновская. А здесь проживал второй градоначальник нашего города, знатный французский аристократ Луи Ардо де Ланжерон. Прямо, если вы пошли, это еще один вход в городской сад. При Ланжероне в нашем городе ввели режим Порто-Франко, режим беспошлинной или свободной торговли. Благодаря этому режиму Одесса за короткое время становится богатейшим городом империи. Самая длинная улица Одессы. Закрывается на ворот и открывается в 13:00. Когда его строили 60 лет назад через эту военную балку, то губернатор Одесской области, который подписал строительство моста, жил на одной стороне балки, теща на другой. О, для тещи построил. А еще он только длинный, шевелится, как у тещи язык. Да? Это единственный мост в нашем городе, сооруженный в 20 веке. Все остальные одесские мосты 19 века. И настоящие одесские анекдоты, словечки, выражения – это именно из этих дворов, да? Ну, сегодня спрашивают, где можно услышать настоящий одесский язык? Да нигде уж. Тот, кто так говорил когда-то, сегодня уже или на Брайтон-Бич, или на кладбище, к сожалению. А одесский язык – это такой же бренд нашего города, как Потемкинская лестница или оперный театр. Именно в таких дворах родились наши два великих одессита, сегодня уже покойные, Роман Карцев, Михаил Жванецкий. Вы думаете, откуда у них вот это? И Жванецкий когда-то говорил о том, что, вы знаете, к сожалению, сегодня наши одесские юмористы шутят, не одесские юмористы, просто юмористы, шутят хуже, чем простая торговка на привозе. Ну, к сожалению, вот так. То есть одесский язык исчезает. Для польского магната Бжозовского в стиле нормандской готики напоминает нам «Ласточкино гнездо». Недавно по старым чертежам решетку восстановили. А видите, какой дворик красивый внутренний, да? И опять с правой стороны, сейчас смотрите, только наверх. Какие красивые балкончики здесь. Почему шахский? Вот говорят, шах иранский сбрасывал своих неверных жен отсюда. Говорят, почему шахский? Когда в Иране произошла революция, иранский шах бежал сюда в Одессу вместе со своим гаремом и взял в аренду этот дворец. А почему мы сейчас с вами не можем зайти в этот дворец, да, просто зайти посмотреть? Потому что этот дворец купил другой уже падишах Коломойский. Театр оперы и балета, красивые розы, красивый фонтан. И пойдем с Лярочкой на экскурсию. Великолепие театра перед вами. Прощения. Ну, я не могу давать много времени на фотографию, просто практика показывает. Вы сейчас разбежитесь, я вас не соберу. Поэтому фотографируйте так вот по ходу, пока я рассказываю. Хорошо? Эта лестница называется английская, потому что здание за спиной. Сейчас, секунду, Татьяна, секунду. Иди сюда, фокус, покажу за свет. Фокус. Помните, я вам говорила, что у вас прожектор все кардинально меняется, да? Это кондиционер театра. Один,
второй. Очень большой. К1, К2. Это мы находимся под сценой. Сейчас поднимемся немножко выше. Вот эта система гидравлики, которая опускает такие декорации, наверное. В 1925 году в нашем театре произошел пожар, а сцена ничего не осталось, потому что сцена полностью выгорела. Вот. Зрительный зал вот там, ну, со зрительного зала можно было видеть переулок Чайковского, вот тыльную сторону театра. Настолько был мощный пожар. Начали сцену восстанавливать и решили ее модернизировать. Поднимите голову наверх, сцену поделили на 5 секторов. 2 метра сюда ширина и 14 метров длина. И под каждым сектором поставили вот такой там крат, либо плунжер, для того, чтобы поднимать и опускать сцену. Правда напоминает корабль, да? Не успеваю. Знаете, так осторожненько, да? А то мы будем вернуться. А нет, заявление. Так, во-первых, ничего не брать. Ладно, за самовынос. Потому что, знаете, люди говорят, ой, мне так нравится, театр, можно что-то на память, я возьму с собой. Ничего не брать, во-первых. А во-вторых, это не бардак, это идеальный порядок, поверьте мне. Это лежит по своим местам, это лежит как надо лежать. И это часть декорации. Помнишь, это самое колоритное заведение очень 20-х годов. Заведение основано в 1883 году. С бочками.